Некоторые считают, что улитки – вредители, которые уничтожают сады и огороды. Однако колумбийские пенсионеры Мариэла Фарера и Арман де Рей решили изменить это представление. Теперь нашествие улиток для них – это шанс получить прибыль. Идея возникла сама собой, когда два пенсионера увидели, как эти моллюски облепили декоративные растения в их саду. Они решили создать одну из первых в Колумбии ферм по выращиванию улиток на экспорт. Основанная в 2005 году компания в настоящее время производит 4 тонны деликатесов в месяц. Это около 200 тысяч улиток, которые отправляются в Европу и другие регионы. Ферму заполонили улитки, и мы не знали, что с ними делать, так как они наносили вред растениям. Потом мы кое-что о них узнали. Узнали, что в Европе их едят, и мы придумали этот проект. Наш бизнес теперь довольно прибыльный. Улиток выращивают на специальной фабрике в 1,5 часах езды от столицы Колумбии Боготы. Этот процесс оказался достаточно непростым, особенно если учитывать, что подобных компаний в стране больше нет. Нет образца, примера, которому можно следовать. Если вы собираетесь разводить кур в Колумбии, то курятников в стране достаточно много, и есть много людей, которые занимаются птицеводством. Что касается нас, то мы одни, мы образец процесса. Сложность выращивания заключается еще и в том, что улитки очень чувствительны даже к небольшим изменениям в диете или окружающей среде. Сегодня одними из самых крупных импортеров этих улиток являются Франция, Италия, Испания и Соединенные Штаты. Поставки в Европу в последнее время несколько сократились из-за экономического кризиса. Наш продукт, как улитка, медленно завоевывает признание. С каждым разом нашу продукцию заказывают все в большем количестве. И нам приятно знать, что в Канаде, Франции, Испании, Японии и Китае люди уже попробовали ее и с восторгом о ней отзываются. Помимо самих моллюсков, фирма также экспортирует их личинок и продукты для производства косметики.